Стоит ли сохранить деревянные застройки в центре Рязани? Привлекают ли они туристов или стоит их реконструировать? Да и в каком направлении будут сохранять ценную деревянную застройку? На эти и другие вопросы постарались ответить во время круглого стола на тему сохранения памятников деревянного зодчества. Принят статус исторического поселения в отношении города Рязани. Это, очевидно, изменит судьбу объектов исторических, которые все еще остались на территории нашего города. И мы хотим понять, в какую сторону это изменит судьбу. Или позволит окончательно город дозастраивать и совсем лишить его черт исторического центра. Либо же это позволит хоть что-то остановить и, соответственно, законсервировать ту историческую Рязань, то наше деревянное зодчество, к которому мы привыкли, которое сопровождает нас с детских лет. Для участия в круглом столе постарались собрать вместе чиновников, краеведов, археологов и застройщиков, но последние, к сожалению, не пришли. Все вместе они и хотят получить ответы, как именно планируют сохранять объекты деревянного зодчества, исходя из культурного статуса города. На круглом столе сообщили, что губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал, что нужно не просто законсервировать ситуацию в историческом центре, а развивать ее в правильном направлении. Например, дом на улице Свободы Хераскиных. Удивительно, ампирный особнячок, каких вообще, может быть, единицы остались в ЦФО, в Центральном федеральном округе. Вот. И если мы говорим о лице Рязани, то дерево нужно и сохранять, и реставрировать, и реконструировать, потому что опыт городов мира показывает, что можно снесенный дом сделать один в один копией. Такими копиями живет вся Восточная и Западная Европа. То же самое мы можем и должны сделать в Рязани, даже с такими потерями, как сегодня. Потери примерно 50% у нас потерь деревянного зодчества. Но все возможно, было бы желание. Подобные круглые столы решили проводить на регулярной основе. На следующих собраниях будут выбраны несколько конкретных домов, судьбу которых обсудят в дальнейшем. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».